Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. Ну что же, начнем с ивента. Так, у нас было обновление сегодня. Не знаю, что они добавили. Окей, там у нас гаргантюа плюс пираты зомби, естественно, со своими попугаями. Давай тогда вот так сделаем с тобой, по-быренькому сейчас. Боулинг, надо вот этих вот валить как можно быстрее. Иначе они сейчас начнут тут свои кости плевать. Угу, чертополох, отлично. Так, давай сюда мину поставим. Замечательно. Так, сюда. Заберем с тобой цветочек. Воу-воу-воу, идет, смотри, слышишь? Блин, знаешь, чего мне не хватает? Удобрения не хватает мне. Эй, куда... Фу, я уже думал, сейчас схватит. Спасибочки, дали наконец-то мне удобряшку. Что мы здесь с тобой сделаем? Наверное, вот так вот. И что это мне? Типа как-то помогло? Хотя, да, друзья мои, помогло. Ну что, вот оно идет. Идет прям, ребят, вот в наглую. Блин, не хватило. Давай еще разок. Почему так все сложно, а? Почему, я спрашиваю, у вас все так сложно? Еще один гаргантюа появился на горизонте. Так, ну он как раз под боулинг попал. А давай вот так вот сделаем с тобой. Блин, и зачем я так сделал, а? Объясни мне, пожалуйста, зачем? Хотя все, победа здесь за нами. Как ты видишь, мы сейчас, наверное, расстреляем или не успеем. Должны успеть. Даже если съедят чертополох, мы с тобой все равно победим здесь. Ведь победим? Отлично. На всякий случай сюда поставим еще одну мину. Ну, есть. Блин, а он все-таки съел. Ладно, ребята, это уже не важно. Главное, победа здесь за нами. Так, открываем с тобой три пиньеты. Ясно, сельдерей. Так, защитник и 1500 монет. Ну что же, с вашего позволения, друзья мои, я пройду еще разочек, потому что, ну, во-первых, пиньеты, а во-вторых, деньги. Но играть мы с тобой будем уже на повышенной скорости. Потому что мы здесь уже знаем, что почем. Давай выставим с тобой мины. И ускорим все это дело. Так, бомбим. Чертополохи у нас пускай стоят чуть-чуть подальше, чем обычно. Сейчас я тут все заминирую. Так, сюда. Куда? Ты смотри, сколько Эй, попугаи, отвалите. Погоди секунду. С гаргантюа мы с тобой шутить не будем. Мы немножко тут с тобой замедлимся. Да вы достали, попугаи. Блин, ты посмотри, сколько они этих тут накидали. Ну-ка. Да, и все не туда, куда нужно. А ну-ка. Замечательно. Еще, наверное, стоит один залп сделать. Слушай, ну вот это уже я понимаю. Вот это хорошо было. Так, опять гаргантюаха там ползет. Слушай, а мы сейчас, знаешь, что с тобой сделаем? Вот так вот. Боулинг, луковицы зарядим. Ну вот и все. Делов-то на копейку. Остаются тут у нас пираты и вот эти вот хлыщи, которые идут с ведрами. Это же пляжные зомби, если кто их не узнал вдруг. Этот раскидывает, раскидывает. Ты запарил уже, на самом деле, раскидывает свои, видите, надгробия. Просто запарил. Давайте, вот. Саженцы мы с тобой получили. Ну, последнего зомби мы будем сегодня ушатывать или как? Есть контакт. Все, друзья мои, прошли. Остается только лишь получить пиньяты. Раз. Ух ты, 10 взрывных орехов. Это круто, ребята. Примитивные мины 3 штуки и 1000 монет. Ну что же, главное, с ивентом мы с тобой закончили. Так, теперь будем смотреть, какие у нас тут задания новые. Ну-ка, дай-ка я вот сюда загляну. Так, мы получаем с тобой 2 гема. Тут у нас есть что-нибудь новенькое? Нету, ребята, никакого нового ивента у нас нету.
Есть типический квест, но он для гемов. Жаль. Так, тогда мы с тобой заберем бесплатную пиньету. Кстати, погоди-ка секундочку. Сколько мне нужно... Ух ты, у нас замяту можно прокачивать. Так, друзья мои, а вот эта мята у меня есть? По-моему, такой вот нету. Ух ты, новая, ребята, мята для меня. И этой у меня нету. Ёк-макарёк, ты посмотри. Можно получить все мяты. Так, сколько мне нужно для того, чтобы открыть взрывной орех? Я помню, там, по-моему, было где-то 50. Не хватало, или даже 30. Сейчас я гляну, скажу тебе точно. Потому что его открыть надо. Он очень хорош, на самом деле. Так, смотрим, значит. Взрывной орех. И заодно глянем, какие мяты у меня есть, каких нету. Ага, эта мята нет, ребята, она закрыта. Это закрыто, и электрическое. И вот это тоже закрыто. Ёлки ты палки. Печалька. Опачки, а это что такое у нас? Инферно. Это, ребят, какой-то новый вид растений. Его тоже у меня нету. Подожди, а где взрывной орех? А вот и электрическая мята. Ну что, ребят, будем какую открывать? Эту? Или вот эту мяту? Или вообще вот эту вот? Так, бумеранг, кактус, дартишок, лазербин, покра, спайс-рок и спайквит. Это все для шипов. А это чисто для электрических, да? Цитрон, электрический горохострел, электрический чай, даже персик, ультамата. Блин. А этот у нас чисто... Ага. Солнечный помидор, солнечная фасоль, так. Подсолнухи, солнечный гриб, солнечная жаба, двойной подсолнух. Примитивный. Ну, короче, все для того, чтобы вырабатывать, как говорится, энергию. Я не знаю, ребят, я хочу вот этого, наверное, взять все-таки. Я покупаю. Нужно еще немножечко нам с тобой конфет для того, чтобы открыть эту мяту и вот эту. И тогда у меня, по-моему, будут все мяты, которые у меня есть, да? Получается так. Вот как раз не хватает этой мяты и солнечной. Ладно, мне нужно найти орех, вот он. Так, ребята, не хватает всего лишь 11. Тогда есть смысл покупать нам все-таки орехи эти. Давай-ка я сейчас приобрету. Берем. Так, даже примитивная мина мне выпала здесь. А вот и орех взрывной. Так, и еще давай купим с тобой. Все, ребят, теперь я открываю взрывной орех. Так, виноград выпал, и вот он, орех. Ну вот и все. И это шикарно. Так, заходим сюда, забираем с тобой, видимо, какие-то награды. Ага, гемы, 5 штук, судя по всему. И открываем взрывной орех. Он где-то тут у нас. Вот он. Открываем. Блин, мне не хватает одного ореха для того, чтобы его прокачать на второй уровень или на первый. Слушай-ка, ну тут заманчиво все, да? Так, может быть, нам зайти с тобой на огород, глянуть, как у нас там дела. Это забираем. А здесь посадим. Отлично. Польем. Здесь тоже... Ну зачем вот это вот нужно, а? Кувшинка это, ребят, вообще не в тему здесь. Просто не в тему. Она применяется только на воде. Вот что я хочу сказать. Ну что же. Теперь давай посмотрим. А что у нас в пене?
Я, по-моему, прошел одно испытание там. Если оно, конечно, не обновилось. Нет, не обновилось. Кстати, вот здесь мы с тобой и заработаем орехи. Так, здесь я пойду за деньгами. А уже следующее событие, испытание у нас будет с розыгрышем ореха взрывного. Опачки. Так, это у нас заморозка. Что же нам тогда здесь нужно? Давай мину, наверное, возьмем с тобой. Так. Раз заморозка, значит, нам нужно здесь с тобой... Опа. Подожди секунду. А что такой маленький скудный выбор-то, эй? Почему такой скудный выбор? Это электрический, да, у нас получается? А мне нужны огненные. Возьмем тогда вот так с тобой. Кабачок, нужен ли он мне здесь? Навряд ли. Мина? Мина вполне, кстати, сгодится. А, мы еще не можем с тобой здесь, оказывается, брать энергию солнечную, ты понимаешь? Вот так-то. Даже не знаю. Ну давай возьмем вот этого еще и... Там катапульты. Яблочные мортиры. Ну вот так вот только если. А что вот это означает? Что я могу докупить? За 12 гемов, что ли, недостающиеся? Ладно. Ну, во-первых, естественно, будем ставить вот этих сюда. Блин, у нас не так много денег. Яблочные мортиры на них поставим. И остается только лишь минами, что ли, потом веселиться? Да ну. Неужели вообще солнечной энергии здесь не будут давать мне? Так, ну тут понятно, поначалу все легко и просто. О, пошли толкать свои несчастные статуи. Так, а здесь будет сближение. Вот оно как. Да вот фигушки вы нас заморозите. Как бы не так. Мортирам это не грозит. Да, мортирам это не грозит, а грозит знаешь кому? Грозит это моим минам. Ты понял, они заморозили их. А вот это плохо. А ну-ка. Опа, удобряшечка. Вот удобряшечка, это всегда хорошо. Блин, мины замороженные, прикинь. Так, тут пакость ползет кое-какая. Ну-ка давай. Слушай, ну, в принципе, мне кажется, мы здесь выиграем. А я опять... Опять появилась пакость. Давай так сделаем. Блин, эти горгульки тут, горгоны на нас лезут. Слушай, ну вот и все, в принципе. Довольно легко, кстати, было. Так, что это вы? А, вы освобождаете мину. Понял. Прекрасно. Ну что, ребята, 800 монет я забираю к себе в копилочку. Плюс прокачка перка до 2 уровня. Значок стоп, это типа зомби туда не пойдут, я сомневаюсь. А вот здесь, ребята, 5 орехов разыгрывается. Ну что, попробуем. Блин, а зачем я брал сюда, извини меня, двойной горохострел, а? Зачем? Я его даже не использовал. Опа. Есть что-нибудь подходящее? Ну, давай, наверное, возьмем минус с тобой. Так, летуны. А раз здесь будут летуны, значит мы с тобой будем брать вот что, чтобы их сдувать.
Так, есть кто-нибудь под удобрением, а? Ну, есть, но это не то, что мне нужно. Так, электрические, да, здесь будут? Что, если я вот так вот сделаю? А что у нас еще электрическое такое есть, а? Может быть, возьмем кабачок сюда? И бонг чоя. Вот. Погоди-ка, бонг чоя, а подсолнухи-то? Как же подсолнухи-то? Тогда это отменяется. И берутся у нас... Блин, где? Где подсолнухи? В плане нельзя... А, вот, 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 вот. Раз... Давай, наверное, возьмем все-таки... Нет, не будем. Вот это лучше. Поехали. Ага, захотел я. Закатил губешки. Так, нам нельзя потерять с тобой 15 растений, судя по всему. Судя по всему, да? Ладно. А тут бомжей нет, которые будут прыгать, надеюсь. Назад. Сюда, наверное, нам стоит поставить. Блин, яблочную мортиру надо влепить. Да твали ты уже, достал тут. Идет, как все дома. Шоркает в своих ботинках тут. Ну что, пока с подсолнухами вроде бы все. Теперь я хочу поставить сюда яблочную мортиру. Пускай она начинает потихоньку атаковать. Так, а мины-то что здесь, сами по себе появляются, что ли? Или это наш перк так срабатывает? Ладно, не имеет значения. Здесь, наверное, вот так вот сделаем. Пускай он давит. На! Опа! Понял, как он там разошелся. Пока все очень даже хорошо. А этот стоит, выжидает момента подходящего. Поехали. Это что за вид зомби такой? В колпаке. Идет. Такой довольный. Невозмутимый. Так, мелкие зомбики здесь появляются. Не очень хорошо. О, летающие. Кыш отсюда. Бомчи, давай. А вот зачем я его туда подставил? Скажи-ка мне на милость. Вот это я неправильно сделал. Нам нельзя потерять с тобой еще... Да вообще нельзя потерять. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Дай-ка сюда поставим. Блин, да что ж такое-то? Мне и это нельзя поставить, и то. Давай тогда сюда поставим. Так, еще три растения, да, я имею право поставить. Еще три растения. Так, они, видимо, кого-то там уничтожают. Соответственно, у нас все меньше и меньше и меньше становится. Вот тут-то какого фига они ходят? Кабачок, дави давай этих. Не захотел он их давить. Так, сдуваем. Летающих слишком много здесь появилось. А ну-ка, вылупляй. Кабачок. Не грусти. Ну, так, пока у нас с тобой перебор, да, я так понимаю. Угу. Сдуваем. И давить. Че, все, у меня что ли лимит получается, да, друзья мои, закончился. Теперь я никого не смогу поставить или что?
Блин, а я, по-моему, солнечной энергии не насобирал, сколько нужно было. Ёк-макарёк, ребят. Да как так-то? Ты смотри, видишь, сколько мне нужно было солнечной энергии, а я не набрал. Хотя, почему-то все равно победа. Ну что, мы с тобой этот взрывной орех сможем прокачать чуть-чуть. Так, отправляемся дальше. Здесь у нас будут гемы. А, нет, тут у нас монеты. Пошли за монетами. Монеты мне тоже нужны. Так, выберите перк. Ну, я даже не знаю. Ну, давай вот мину возьмем. Ох, ёлки-палки. Этот зомби паршивый будет у нас здесь. Который будет превращать в тупых овец. Что, если мы с тобой возьмем вот так вот? И опять... А, тут нельзя брать мяты. А солнце можно взять. Все, ребят, попробуем. Почему-то здесь дали мне сталью. Заморозку? Почему? Не знаю пока. Это интересно. Кто там зажужжал уже? На тебе орех. Кушай, мне пока не жалко. А стали это все стоит вообще ноль. Ноль энергии, ребят. Потом можем выставлять их спокойненько. Так, секунду. Давай сюда поставим. Сюда, кстати, можно вообще поставить гранатовую бомбу. Если захотим. Ну-ка, выкусил. Так, а у меня здесь солнечная энергия заканчивается, да? Все, я понял. Я понял, мы не должны, ребят, с вами уменьшать этот лимит. Так, тогда что нам сделать? Вот это вот можно же ставить? Это можно. Причем эти тоже у нас стоят ноль. Так что заморозочки и все остальное можно влепить спокойненько. Что там за музло? Пошло. Где-то... Угу. А, кстати, уже конец, друзья мои. Почему, я не понял, взрыв не произошел. Так, замедляшку. Сделаем так. Да все? Все. Мы прошли здесь. Прекрасно. 1200 монет к нам в копилочку. Плюс прокачивается перк. Это мина. Ну, допустим. Что у нас еще есть? А, у нас не хватает энергии. Я бы рад, но энергии, к сожалению, нету. Так, где орех? Мне нужно его поднять по уровню. Так, у него дамаг 1900 становится. Почти 2000, да? Блин, мне нужны карамельки, конфетки эти. Так, здесь получаем еще 5 гемов. Так, и остается у нас с тобой лишь арена. Победите на арене. Получим 3 конфеты. Тут 25 конфет, тут, кстати, 10. Это итого 35. А нам не хватает как раз, по-моему, 35 конфет. Слушай, ну тут круто, ребята. 25 конфет. Если обычно дают нам по 2, по 3, то тут, извинения, 25. Ну что, зайдем на арену, посмотрим, что у нас там творится. А на арене все глухо. Так, 28 гемов и 960 монет. А, у нас новые, ребята. Понял. У нас все сбросилось. Так, 5000. Ух ты, хорошая награда, кстати. 5000-то. Ну что, поехали. И тут... Подожди-ка. А мята-то что здесь делает? Что-то не врубился я. Радостная, веселится она. Покажите мне, пожалуйста, кто против нас будет выходить.
Точнее, не против. Ну да, против нас и с кем мы должны драться. Ого. Да иди ты, опять этот, а. Опять динозавр здесь. Ну, наверное, яблочную мортиру возьму я здесь. Тут надо быстро, быстренько всех этих уничтожать. Может быть, вот так сделаем еще. Плюс гранат. Плюс гранат. И что дальше? Подсолнух возьмем с тобой. Это надо брать обязательно. Вот этот. И, наверное, что у нас тут? Электрический, да? Не катят. Катят горохострелы здесь почему-то. Работают все горохострелы. Причем очень хорошо, я смотрю. Хм. Да, ладно, ребят, я, наверное, оставлю. Хотя, смотри-ка, у нас же он усиляет, вроде кто-то говорил мне, горохострелов, да? Так что можно, в принципе, сделать, наверное, еще один горохострел взять. Какой-нибудь, где у нас там хороший есть. Где у нас тут хороший с тобой горохострел? Отличный просто. Ну вот, три стрелы, может быть, взять. Он 6-го уровня. Дорого стоит, конечно, но фиг с ним. В первую очередь сделаем вот так вот. И, наверное, вот так. Раз. Сюда вот так сделаем. И два. Так, по бокам. Хотел сказать, а по бокам будут у нас яблочные мортиры. Что? Нет, 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 зачем? Да ну хорош. Какого, блин, перепуга вдруг на ускорении-то не побежали, эй. Так, если он съест, мы проиграем, что ли, я не понимаю. Вот эти вот, мы должны защищать пеньки или что? Да ну хорош. Влупляем, влупляем, друзья мои. Без остановки практически нужно здесь бомбить. Там что еще, гаргантюах, что ли, где-то шуршит, бежит. Точно. Ну-ка. Тут просто без остановки. Нет, друзья мои, пеньки. Ой-ой-ой-ой-ой, давит. И главное, не дает мне, блин, подобрать, да? Вот жучара. Ну куда вы, блин? Че так сложно-то все? Так. Да. Что-то тут, ребят, с этими скоростями они, по-моему, переборщили. Сейчас тут яблочную мортиру слопают у меня. И еще минуту мне здесь нужно выиграть, ну, прождать. Нате вам. Просто, просто сминают, друзья мои, все, все на своем пути. Вы, конечно, молодцы, что мне вот это все дали, но куда мне это? Пи. Солнечной энергии я здесь уже не получу, да? Ниоткуда. Только вот здесь, если. Смотри, что творят, а? И подсолнух мой съедает. Последний. Давай энергии солнечной. Психует еще здесь, смотри-ка на него. Так. Выиграл, друзья мои, с горем пополам.
Но тут такой противник. Другой бы мне уже давным-давно бы смел бы с лица земли здесь. Так, ладно. 5000 монет все-таки я зарабатываю. Теперь нужно нам получить 15 гербов, да? Ну что, плей. Как тут можно... нет, шары, в принципе, если шипами бомбить. Ну, я не уверен, что именно они тут причина всего. Ладно, давай попробуем сделать по-другому немножко. Убрать боулинг. И поставить здесь шипы. Где они? Где эти шипы? Или их нельзя здесь ставить? Каменные шипы. Вот так вот. Подсолнухи. Яблочная мортира здесь тоже особо сильно мне не помогла. Ты сам видел, ты прекрасно. Ну, боулинг, блин. Let's rock. Может быть, нужны были здесь мины. Фиг его знает. Релод. Погнали. Давай сделаем вот так вот. Где ваши там шипы? Вон, вижу. Так, везде выставляем с тобой шипики эти. Типа сжигаем их всех, да? Каким-то типа чудом. Так, мы будем их... Вот, видишь, когда он их ускоряет, только тогда надо применять, друзья мои, скорость. Только в этом есть толк. Да ты будешь, блин, использовать-то или нет? Опять крики. Опять крики, ребят. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тут вообще сминает, смотри. Мне даже здесь ничего сделать. И вот в этом вся грусть. Последний грохострел. Да иди ты. Я взрывчик-то сделал, но не там, где надо. Смотри, что творят, а. Смотри, что они творят. Все поедает. Слушай, а мне знаешь, что надо было, наверное, сделать? Когда мои горохострелы здесь стреляли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что тут делается? Что творится, ребят? Я аж прям в шоке. Давай сделаю вот так вот. Да взорвитесь вы там все. Солнышко, дай мне, пожалуйста, энергии. Пожалуйста, плиз. Теперь я сделаю вот так вот. Да куда же ты? Все в холостую полетело. 27 секунд еще нужно продержаться. Нет, боулинг вообще, ребят, здесь не катит. Убедился в этом еще раз. Люто, ну ладно, главное, мы здесь все-таки выиграем. Да. Хорошо прижучивали. Очень хорошо. 6 конфет мы с тобой получаем. Так, у нас, по-моему, еще 2 перчатки, да, там осталось. Будем их юзать? Я думаю, что будем. Нам с тобой нужно получить что? Сколько-то там, там, по-моему, конфеты, да, у нас разыгрываются. Вот за ними и пойдем. Когда вот здесь вот ребята у нас стояли эти, надо было активировать. Так, боулинг я все-таки убираю. От него толку здесь вообще ноль. Что вот это вот за песочные часы? Это замедляющее время или что? Так, я сейчас посмотрю. Это замедляшка. Это вот они замедляют, да?
Ну что, попробуем. Релод. Let's go, поехали. Короче, будем ставить на пеньки. Друзья мои, будем ставить на пеньки. Сейчас зарут. Взрываем там все, что можем. Чеснок, лук выставлять нужно практически везде. Так, вылупляем. Да что он такой? Типа мощнявый, да, такой? Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Раздавить же сейчас! Раздавил. Он раздавил, блин, гаденыш. Поехали. Так, везде нужен лук. Так, шары тут. Кого только нету. Давай сюда, наверное, сделаем, да? Активируем. Где удобряшки мои? Да-да, я понимаю, я сам в шоке, ребят, что здесь творится. Ну, я другого ничего сделать не могу. Гриб вот этот, который, ребята, который появляется, да, который может приворожить драконов, он нам здесь недоступен, к сожалению. Так что... Ты что сделал? Я вообще не это хотел. Это наш последний оплот здесь стоит. Который сопротивляется. Все, да сопротивлялся, по ходу дела. Ну? А почему не взрывается-то? Должна взрываться была, а? Так, секунду. Ну хоть что-нибудь там мне дадите, нет? А зачем тебе сказали? Зачем тебе что-либо давать? Крикуны. Так, ребят, 11 секунд, но все равно я здесь выиграю. Фью. Ребят, пишите ваши комбинации. Чем вы тут играете? Вот. Так, я получаю еще две пиньяты здесь, ко всему прочему. Ну-ка, давай откроем. Подсолнух мне выпал и... Снэпдрагон. И, по-моему, на арене мы должны... Да, ребята. Забираем 20 штук. А нужно их 250 для открытия. У меня уже 70 их. Сладкие там награды, да? 50 гемов. Конечно, хотелось бы получить, ребят. Так, ну что? Последняя перчатка у меня осталась. Поехали! Блин, ребят, я вот действительно не знаю, какую здесь лучше выбрать стратегию. Шары, вот из-за шаров мы, в принципе, с тобой проигрываем, потому что они сминают все на своем пути. Может быть, вот это, но... Не знаю. Мины. Мины. Ну, допустим, предположим, будут у нас мины. Поставим вот так. Ну-ка. Этим я вообще практически не воспользовался, только в самом начале. Может быть, достаточно будет обычных травяных шипов, вот этих вот. Как думаешь? Let's rock. Reload. Let's go. Ну тут, ребят, сразу, да, активируем. Сразу впускай пеньки у нас будут огненными. И, соответственно, вставляем с тобой...
Да он сразу начинает, блин, выкидывать своих этих гнилух. Сижу, сижу. Я жду, ребят, я жду отмашки. Пока здесь мало динозавров, там всего один-два, да, выходит. Но это еще терпимо. Да успокойся ты, ну вот начинается, ребят. Он просто вынуждает. Это потун, а? И все, как только у меня заканчивается... О, тут, ты посмотри. Армада выбежала. Допустим. Допустим, так и вот так. И как... Я ума не приложу, как здесь можно вообще выстоять. Это, мне кажется, нереально, ребят. Вот просто нереально выстоять здесь. Гаргантюахи эти проходят, естественно, все сминают на своем пути. Во-во-во-во-во. Вот как вот тут быть? Бегут как чумовые. Если я сделаю даже таким вот образом. Да взорвитесь вы уже, а? Так, во, у меня, кстати, вот что есть. Эть, давай сюда. Бомби. А толку-то от этого? Так, ладно. Мы все равно, ребят, пока на первом месте. А лук все-таки их убивает или нет? Нет, он, по идее, должен просто их... Да когда-нибудь закончится это все дело-то, а? Смотри. Да. Подчистую все снесли здесь. Ну-ка. Не, ребята, лук просто он притормаживает. И все. Больше ничего он не делает особенного. Эти еще тут офисные, блин, зомби ходят, танцуют, понимаешь ли. Ладно, выиграли, друзья мои. Так, и мы с тобой зарабатываем 2000 монет. Кстати, я могу прокачать одно из растений, потому что, по-моему, у нас 12 тысяч, да? Я ведь не путаю ничего. Я ничего не путаю. Так, здесь еще забираем с тобой 3 конфетки. И смотрим. Так, 12 тысяч голды у меня. Так, кто готов прокачаться? Хурикали. А кто-нибудь еще кроме него может? Нет? Ну что ж, давай тогда возьмем и прокачаем Хурикали. А что делать? Вишневую эту прокачать. Этого не хватит, у нас 20 тысяч стоит прокачка на него. А, вот мы можем что? Давай сделаем так. Отлично. Так, ну что, друзья мои, наверное, я на этом буду закругляться. Мы обязательно продолжим в следующей серии. Ну вот на самом деле не хочу я получать гороховую лозу. Ну вот не лежит у меня душа к нему. Понимаешь, мне он не нравится. Рекламу смотреть за перчатки. Да я думаю, что мы с тобой в следующий раз доберем вот это вот все. 6 пиньят и 11 карамелек. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.